Добро пожаловать на канал HardResidInfo. Перед нами устройство Samsung Galaxy M53. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить таймер камеры. Для этого мы открываем приложение «Камера», после чего открываем таймер, выбираем, на сколько секунд мы его устанавливаем, ну и просто потом нажимаем на кнопку затвора, чтобы сделать снимок. И видим, что идет 10-секундный, в моем случае, отсчет, перед тем, как, собственно, сработает сам затвор. Ну а на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч. До свидания.